Международный валютный фонд может приостановить финансирование Украины. МВФ не поддержал проект налоговой реформы, подготовленный украинскими парламентариями. «Украинская правда» сообщает, в случае внесения этого законопроекта на рассмотрение в Верховную Раду, Украина рискует лишиться финансовой поддержки МВФ. Согласно расчетам Министерства финансов, наработанная депутатами и экспертами модель налоговой реформы приведет к потерям бюджета в размере 207 миллиардов гривен. Член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Андрей Журжи считает, несмотря на позицию МВФ, парламент законопроект все же должен рассмотреть. Незважаючи на всю критику Міжнародного валютного фонду, незважаючи на те, що я особисто маю багато заперечень і зауважень до цього законопроекту, я вважаю, що він є дуже важливим і що комітет його має обов'язково зареєструвати в понеділок. Тобто, фактично, тим самим розпочати велику дискусію щодо змін в податковому законодавстві між Міністерством фінансів, комітетом і депутатами народними.